Здравствуйте, дорогие друзья! Глядя вот на эти гиацинты, которые у меня здесь, да, правда же, чувствуется весна. Вот встает вопрос, что с ними делать? Пускай так и цветут, а затем, когда цветут, выбросить или все-таки сохранить. Но я так посмотрела на них, посмотрела и решила, да, очень хочется мне их сохранить. Поэтому сегодня я вам расскажу, что же нужно делать с этими луковицами. Итак, не важно, что они цветут. Важно то, что я сейчас буду делать. Значит, берем, друзья, вот обыкновенный горшок. Здесь у меня уже есть на дне керамзит. Так, немножко я сюда насыплю грунта. Так, много не буду насыпать. Вот столечко насыплю грунта. Так, и вот сюда помещу три луковицы. Я покажу, как их необходимо будет заглубить. Так, берем луковицу с гиацинтом, проверим, какая она. Так, вытаскиваем отсюда. Вот, посмотрите, какие корешки. Отличные корешки. Так, вот этот торф я убирать не буду, а сделаю обыкновенную перевалочку. И так вот помещаю сюда один кустик, да? Сейчас берем другой. Вот все дело в том, что вот они у меня уже наклонились, и я сделала вот такие подставочки здесь, так? Поэтому сейчас я убираю их, и следующий достаю точно так же. Аккуратненько достаем и смотрим, какие здесь корешки. Так, если не достается, то берете вот так аккуратненько кругом понажимаете, да? И земля будет хорошо отставать от горшка. Вот, тоже смотрите, какие хорошие корешки. Это говорит о том, что очень даже неплохо прошел процесс выгонки их, да? Вот, значит, посмотрите, я сейчас вам покажу, видите, вот как они у меня немножечко выступают из земли. Значит, я могу отложить их сейчас в сторону и грунта вот этого, да, отсыплю. Все-таки пусть будет поменьше, потому что я хочу вот так полностью луковицу заглубить, чтобы она наросла за то время, пока будет вот в этом горшке. Для улицы, конечно же, будет поздно или рановато, вернее, высаживать. Ну, здесь что я могу сделать? Я могу здесь немножечко вот так распотрошить, да? Ну, вот, и отправлю вот сюда чуть-чуть, чтобы она пониже опустилась. Вот один. И сейчас вот второй точно так же. Чуть-чуть распотрошим его. Так. Ну и сейчас достанем еще один. Так. Свалился, правда, у меня. Ну, ничего. Посмотрите, они все у меня разные. Этот белый. Так. Достаем его отсюда вот точно так же. Вот. Ну, так. Хорошо держатся они здесь, да? Запах такой, как духи. Кто любит сладкий аромат, то вот может, конечно же, обзавестись гиацинтом. Итак, сейчас точно так же вот сюда помещаем и этот. Вот так. Все, я поместила. Смотрите, вот как они здесь у меня находятся, да? Вот, сейчас я все это заделаю грунтом. Буду заделывать грунтом полностью. Весь вот этот горшок я заполню грунт. Грунт у меня такой универсальный. Так, покупной. И я его смешала, как всегда, с перлитом, чтобы он был такой немножечко воздушный, потому что луковичные, конечно, любят вот такой грунт. Так, все вот сюда утрамбовываем. Так, самое главное, чтобы луковица ваша была заглублена. Так, вот это немножечко меньше. Так, отправим ее подальше, чтобы нарастали вот эти чешуйки. Чешуйки будут нарастать, так, и тем самым будет увеличиваться луковица. Вот таким образом, посмотрите, у меня получился вот такой вот красивый.